Всем привет, дорогие друзья, меня все еще зовут Стив Принц, и это шоу Академии Порядочных Парней. Все школьники давно ушли на каникулы, и наша прекрасная Вика не стала исключением и отправилась в отпуск. И сегодня, как вы уже поняли, ее заменяю я. Кстати, а кто из вас сейчас на каникулах? Давайте проверим. Скорее ставь лайк под это видео, и мы посмотрим, сколько среди вас счастливчиков. И хоть многие школьники и ушли на заслуженный отдых, нашим покой только снится. И сегодня они снова для вас блеснут своими знаниями, а точнее умением отгадывать популярные песни по мелодии. А вы готовы снова потягаться с ними? Пиши в комментариях, вывожу школоту, если считаешь, что сможешь их победить в нашей игре. Напомню правила, хотя вы их и так уже все знаете, ты можешь ставить видео на паузу, пересматривать, спрашивать у друзей, гадать на кофейной гуще, но ни в коем случае не подглядывать правильный ответ. Ну что, готовы? Давай соберем под этим видео 15 тысяч лайков, и следующая часть выйдет уже завтра. Договорились? Ставь лайк прямо сейчас, и мы начнем. Что-то, ну, текст знакомый, как будто по радио слышала, но саму песню не знаю. Ритм и пульсация с мыслями я не могу. Это в мюзикле слышал. Ну, мотив знакомый какой-то. Ну, песню я точно отгадаю. Но мотив я слышал где-то. Это там ритм и пульсация. Я не знаю название. По-моему, оно какое-то другое, отличающееся от припева. Поет еще мужик какой-то и баба какая-то. Мужик и баба. Честно, вообще, без понятия, у меня вообще нет никаких идей, ничего не узнаю. Я знаю эту песню, но не знаю исполнителя и название песни. Как-то сложно вообще, ничего не знаю из этого. Так, я могла бы как-то по словам, а тут еще слова в этой песне какие-то непонятные. Это океан Эльзы или Эльзы, что-то... Да, но я не... Там слова вообще как-то непонятно что-то. Я могла бы так по словам, а название я не знаю. А, это украинская группа, да. Но я не слушала ее. То все отгадывают, вообще ничего. Ну, это реально, не могу отгадать. Если я не угадаю, то я не знаю. Это Black Bacardi, нет? Ну, это Black Bacardi, газировка. Мне кажется, это Black Bacardi, газировки, да? Это Black... газировка. Black Bacardi, танцы в моей кровати, не говори мне хватит, снимай свое платье. Black Bacardi, танцы в моей кровати, не говори мне хватит, снимай свое платье. Не знаю. Ну, слышал где-то такое подобное. Прям что-то очень знакомое. Мне кажется, это русское что-то новое. Прочерк. Это корабли в бутылках. Да. Тонем в темноте. И пока плывет музон в темноте, мы живем, рассекая миллионы волн в темноте. Дом в темноте, Вавилон не для тех, кто готов гореть огнем в темноте. Мой дьявол не носит Прада, он бьет в том дом, мы уверены. Я не знаю это. Без понятия. Ну, здорово. Это Мияги. А, это же наши любимые исполнители, которых я не знаю. Кто там? Не помню, он шпиль какой-нибудь. Я, кажется, не на ту передачу пришел, но я тоже не знаю. Дай мне галактир на битах. Это моя цейба, громкость или набить. Здесь глаза из орбиты бомбить, это фит. Это фит.
Песня 80-х годов. Угадал? Иначе не угадал и не угадал никогда. Мне кажется, по стилю звучания, не знаю, как это объяснить, что-то не очень новое или наоборот, что-то очень новое, как будто закос под старое. Блин, такой однотипный мотив. Не, я не знаю. Это Тимоти Гуччи и Егор Крид. Рублево-успенская банда. Gang shit. Вокруг меня строго охрана. Оу, shit. Как будто я сын Эскобара. Плюс shit. Под утро мне папа в душу, как в тащи. А, это вот эта вот новая песня у Егора Крида и Тимати, да? Гуччи, кажется, называется она. В переложенном варианте вообще не похоже как-то на оригинал. Ну, капец, конечно, что сказать. А, может, это цвет настроения синий? Цвет настроения синий. У! Цвет настроения синий. Филипп Киркоров, да. Шикарный, великолепный, божественный. Цвет настроения синий. Внутри мартини, а в руках бикини. Под песней синий иней. Она так чувствует себя богиней. Это Imagine Dragons Believer, да? Это Imagine Dragons Believer. Это Imagine Dragons Believer? Да, это 21 Pilots. Песня какого? Хэ, что-то, не? Не знаю, не. Ну и пришло время подвести итоги. Пиши в комментариях, сколько песен ты смог отгадать, а также ты можешь написать, кого не хватало в этом выпуске. Ну а на этом все, не забывай, что выход следующего видео зависит только от тебя. Все, что тебе нужно сделать, это поставить Лукас. А с вами был по-прежнему Стив Принц, можете заглянуть на мой канал, если вам понравился мой сексуальный голос. С вами была Академия Порядочных Парней, и мы не прощаемся.